будет тут, блядь. Канал Таежный обитель приветствует вас. Сегодня мы с дружком Валерой и с его ножами. Сегодня нас просили, мы говорили, что делает он вставку для ножен с пластмассы. Вот если приглядеться, там видно ее. Она чуть подальше, вставка. Вот отсюда она, вот отсюда. И она вот так нож вставляется и туда залазит. И сейчас покажем, как он ее делает. Вот это вот с бачка. И как раз берется вот эта штука. Вот эта штука. Сейчас он вот она покажет, да. Вот обыкновенная вот канисточка пластмассовая, вот вырезается бок от нее. Кому-то может пригодиться эта система. Да. Вот здесь есть даже как бы пазики, вот куда упирается гарда от ножа. Вот это вот она. Вот. Да. Ну давай, Валера, как ты ее делаешь? Вот тебе нужно. Да нужно, это не надо. Зачем? Ну, а ты по ней меришь? Зачем? Нет, я меряю по ножу. По ножу? Да. А потом... Вот берется, к примеру, берется вот такой ножик. А ну, болтаться не будет? Нет, это ты сперва делаешь, вот, я говорю, да, каждое индивидуальное, каждому ножу. Да. Например, вот возьмем вот этот ножик, вот, он без ничего, все, вот его... Это вот все сгинаешь, это можно горелка сейчас, китайский газовый маленький баллончик, нагреваешь ее аккуратно. И вот так вот ее делаешь, чтобы она была тонкая, ну по лезвию, вот, видно, вот, толщина лезвия. Я могу подсказать, кипяток если положить. Можно, но кипяток ты, да, она мокрая, ты мокрый будет. Ну понятно. А тут верхом как в перчатках, вот, сделал вот так. Ну и так сперва маленько обрезал, чтобы она большая не была. Потом вот вставляешь ножик сюда, например, вот такой ножик, вот. Здесь вот буртик есть, вот гарда упирается в него. Вот поэтому. Вот в этот вот буртик упирается, вот гарда. А вот то, что она, желательно, чтобы она была прозрачная, вот тут видно, может, ножик увидите, если вот так. Берется и карандашом вот очерчиваешь вот так вот где-то по контур с запасом. Контур ножа очерчиваешь карандашом с запасом, ну где-то сантиметр. Сантиметр где-то вот так. А здесь, где гарда, здесь побольше надо. Вы, ну, напуск вот такой где-то делать. Вот, вот так вот она получится. И все, потом ее также вот вырезаешь. Теперь берешь ножницы по металлу или какие хотите. И вырезал уже по твоему начерченному. Вырезал. Все. Ножик у тебя вот он. Все, вот так. Плотно. Плотно. Теперь ты берешь вот так вот ее руками. Вот. Ну это здесь она большая, ну это ладно. Факт тот, что вот нагрелся паяльник, если уже. Ну сам принцип. Принцип, мы показываем, да, сам принцип. Вот сейчас паяльник нагреется, покажем, как она все клеится, и все. И будет у вас. Она склеится это... хорошо. Да, она склеится, конечно. А я ни разу не делал, Валера. Берешь, что берутся пассатижи. И придавливаешь. Вот, придавил, подержал ее там 5 секунд, 10, вот, намертво. Намертво. Вот она, но это до конца я ее не это, видать, не нагрел. Грей хорошо. А я думал, просто сбоку вот так подклеиваешь. Вот, надо... пассатижами и держишь ее. Вот. Вот она все схватилась. И вот таким макаром паяльник вот желательно, чтобы жало вот такое было, плоское. И как раз почти пошли на ширину жала вот его надо спаять. Вот так вот. Вот. Вот таким вот макаром. Вот оно спаивается и все. Вот тут дальше берешь. Также вот паяльник. Дальше. Также по... И получается вот так вот, и все у вас нормальная эта вставка. А потом ножик этот вытащил, и все, она получилась. Тут у вас все. На наждаке ее обработал вот так вот. Лишние. Вот так. Лишние вот эти вот бугры уберутся, и она будет вот такая же ровненькая. Все. И втыкаешь. И да, и все ее вставляешь, а потом шьешь ножны. И дела. Вот такой это вот ножик.
обыкновенный ножик, ручка бубинга, дерево. Ты продал уже или продал? Нет, это так. Должны забрать? Нет, это готовый просто ножик. А, кто желает, может, да, желает заказать его, вот этот нож. Посадка тоже глубокая, да. И прочная. Посадка глубокая. О, опа. Ну, хороший нож. Да. Новый. Валеру вы уже знаете, так что надежно он отправляет, люди знают. Да. Вот так. Ну, а вот. Где еще лезвие? А лезвие от него где? О, теперь вот такой вот еще у нас есть ножик. Вот. В стадии готовности. Вот, вот такое, вот такая форма тоже заказали. Заказали, да. Заказали. Такой вот, пиратский. Пиратский ножик, да. Ручка вот такая, чтобы была все по заказу. Ну, а это вот. Ну, это кап березовый. Да, корникап березовый. Ну, рисунок не видно пока. Ну, пока, да, она вот. Это будет вот примерно вот так вот. Вот такая вот. Ну и вот еще одно произведение искусства мы вам покажем. Мне оно очень понравилось. Сейчас говори. Валера его сделал по заказу, он уже уйдет кому-то. Да. Третий нож человек заказывает, и ему приходится напрягаться, поэтому он редко со мной выходит. Больше заказывает. Якутский нож. Сделаны все формы выдержанные. Вот ручка такая ровная. Выбран вот этот паз на одну сторону. И вот именно как положено, не так ровно, а маленько закругленное. Якутский венкийский нож, он делается именно так. Посадка ножа глубокая. Вот точно так же сделана вот такая вот вставка. Да, вставка. Но нож, вот я вам показываю почти. Покажи, насколько, да, он. Вот, вот насколько нож садится. Дальше. Ну да, вот. Вот насколько нож садится. Никогда не потеряется. Плотно вот он заходит. Подвес вот такой. Вот он его, да, сделал пошире, чтобы нож маленько как бы болтался вот так. Вот этот нож уже ушел. Но у кого будет еще желание, то... телефон я уже давал, но я еще раз дам на это видео. Телефон, Валерин, можете заказывать. Можете заказывать. Дружок развивается. Я его хвалю. Мне нравится, как он к этому делу относится. И профессионализм его мне нравится, растет. Вот. Я уже учусь. Он у меня что-то спрашивал, теперь я у него спрашиваю. Даже я вот про эту вставку не... Я по-другому делаю, но... Вот он так делает. Это даже надежнее, чем я. Он склеилось все. Склеилось? Все. Вот склеилось. Так можно. Не отдерешь. Не, ну разорвешь, конечно. Ну, если, конечно, применить полностью силу. Ну, вот. На сегодня мы вам хотели вот это все хозяйство Валерина показать. Хозяйство. Да. Так что ждем ваших откликов. Если какие-то замечания, давайте тоже. И канал Таежная обитель с вами на сегодня прощается. Всего вам доброго. Удачи, радости, любви, красоты, здоровья, творчества. Творчество, гармонии с самими собой, с окружающим миром. И Валера, как всегда, чего? До свидания, товарищ. До свидания, товарищ. До встречи в эфире. Пока-пока.